Сейчас рассмотрим, как добавить свое предприятие на сайт с постом. Переходим в правое боковое меню, нажимаем «Все предприятия», выбираем раздел, который соответствует категории вашего предприятия. Например, мы будем добавлять кафе. Это относится к предприятиям досуга. Находим ресторан и кафе, открываем. Мы зашли в раздел «Рестораны и кафе», и здесь есть кнопочка «Нажмите для добавления вашего предприятия». Эта кнопочка существует только в том случае, если вы зашли как зарегистрированный пользователь, и здесь есть ваш логин или ник. Если вы зашли как гость, то этой ссылочки вы не увидите. Нажимаем. Пишем здесь наименование. Например, кафе «Ренессанс». В следующем окошке нам нужно добавить описание. Пишем описание, которое соответствует духу вашего предприятия. Мы его подготовили заранее, поэтому просто вставили. Дальше адрес. Улица Ленинская, 5. Ну, кто будет искать кафе на улице Ленинская, 5, наверное, найдет там библиотеку, а может не библиотеку, или паспортный стол. Но сейчас нам это не важно, мы просто рассматриваем пример, как подать объявление для предприятия. Можете указать свой сайт, например, какой. Далее пытаемся найти на карте адрес, который мы забили, улица Ленинская, 5. У нас это получилось. Сохраняем в масштабе, в котором мы хотим его видеть на карте. Далее добавляем изображения, которые будут соответствовать вашему предприятию. Выбираем файлы. Открыть. Нажимаем кнопку «Добавить». Страница перегружается, видим надпись «Спасибо за ваше сообщение» и так далее, и так далее. Рассмотрено администратором. Видим наше кафе, которое находится в ожидании подтверждения. Здесь нет никакой ссылочки, пока не будет администратором проверено ваше объявление и подтверждено. После того, как администратор увидел, что вы подали объявление о вашем предприятии, он его утверждает или не утверждает по каким-либо причинам. Но если утверждение произошло, происходит следующее. Перегружаем страничку. Видим, что здесь в названии появилась ссылочка, нажав на которую мы переходим в тело объявления. И видим всю информацию, которую вы хотели донести до посетителей вашего кафе. Здесь фотографии, контакты предприятия, фотография меню, которое можно открыть в отдельном окошке. Текст, который вы внесли в описание. Здесь есть кнопочка «Связаться с владельцем», нажимая на которую открывается форма, через которую вам на e-mail могут отправить сообщение посетители, которые интересуются вашим предприятием. Также на карте вы видите значок, который обозначает место, где находится ваше кафе. И если перенести сюда человечка, можно увидеть и фотографию этого места. На этом все.
С вами был Александр из сайтspastor.ru, ваш проводник в мир легких продаж. Всего доброго.